снимать капюшон даже на мгновение. Оставалось надеяться, что он не провалил всю операцию одной этой ошибкой. Кажется, мы слишком хорошо подготовлены к подобным авантюрам, заметился зритель. Да ладно тебе, по привычке запротестовал пошлиндуец. Первый блин всегда комом. Просто надо больше про... Забудь, что я сказал! Гарри опять посмотрел назад и увидел, как Беллатриса озирается растерянным и удивленным выражением лица. Ее голова вертелась во все стороны. Наконец она спросила, уже более тихим голосом. Мой лорд, где мы? В каком смысле, хотел сказать Гарри, но темный лорд никогда бы не признал, что он что-то не понимает. Поэтому Гарри бесстрастно ответил. Мы на метле. Она думает, что умерла и оказалась на небесах. Руки Беллатрисы по-прежнему вот были пристегнуты к метле, поэтому она узнала. Тротуар, указала только один палец. Бояр. Что это? Гарри посмотрел в направлении, в котором указывал ее палец, и увидел. Что там? Да, в общем-то, ничего. Да?